В Елабужском институте Казанского университета состоялось совещание директоров школ и заведующих дошкольными учреждениями. Директор института Елена Мирзон познакомила руководителей с социальным паспортом университетской школы и формами работы, направленными на повышение качества образования. Также она отметила важность сотрудничества школ с институтом. В своем выступлении директор рассказала об итогах приемной кампании 2019 и 2020 годов, профилем подготовки в направлении педагогическое образование и изменениях условий поступления абитуриентов в 2021 году. Да, идет какая-то предметная работа, то непосредственно, безусловно, с руководителями отделений мы сотрудничаем. Ну и я бы хотела, конечно, обратить ваше внимание на поступление наших выпускников школ к нам в университет. Такой вот некий, ну да, эксперимент заявляет, и поступив к нам, мы понимаем, что мы должны повлиять на этот выбор. И, безусловно, территория, наверное, как-то должна обозначить, а какого профиля учителя нам нужны в будущем. На совещании присутствовал глава Елабужского района Рустам Нуриев. Он обратил внимание на непростые условия реализации образовательных программ, связанные с пандемией, и поблагодарил за труд как преподавателей института, так и всех работников сферы образования. Помимо этого, в интервью он отметил, что для эффективной работы процесс обучения педагогических кадров должен быть хорошо выстроен. Взаимоотношения должны быть четко отлажены, наши заявки должны на год вперед быть. Это зависит от работы каждого учителя, каждого директора образовательного учреждения, управления образования и, конечно, нашего педагогического института. Итогами совета директоров станут новые проекты и форматы сотрудничества школ и университета, которые помогут повысить качество образования в Елабужском районе.